Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 3, секция 5, упражнение 102. Read the dialogue. Say what Martin has done. Was his mother surprised? Why? Прочитайте диалог. Скажите, что Мартин сделал? Его мама удивилась? Почему? Итак, диалог. Hello, dear. Hi, Mom. How are you? What are you doing? Oh, I'm very busy. I'm doing the washing up. You're doing the washing up? Really? Super. I've already cleaned my room and watered the flowers. You have cleaned your room? What a surprise. Yes, I have. I've also gone shopping and bought some apples, oranges, and bananas. I have not made an apple pie yet, but I'm going to make one this evening. An apple pie? Goodness! And what about your homework? I've just done it. I can't believe it. Any bad marks at school today? No, I've got an excellent in math. What has happened to you then? Are you okay? I'm fine. Take it easy. It's all just a joke. Today is the 1st of April. Bingo, you got me. Переведем. Привет, дорогой. Привет, мам. Как твои дела? Что ты делаешь? Ой, я очень занят. Я мою посуду. Ты моешь посуду, правда? Супер. Я уже убрался в своей комнате и полил цветы. Ты убрался у себя в комнате? Какой сюрприз. Да, я еще и в магазин сходил. Купил немного яблок, апельсинов и бананов. Я пока не сделал яблочный пирог, но сегодня вечером я собираюсь его приготовить. Яблочный пирог? О мой бог! А что с твоей домашней работой? Я только что ее закончил. Невероятно! А в школе сегодня получил плохие оценки? Нет, у меня 5 по математике. Что случилось тогда? Все в порядке? Да, в полном порядке, не переживай. Это все было просто шуткой. Сегодня же 1 апреля. Вот она что, твоя взяла. Окей, итак, напоминаю, что нас просят, помимо того, чтобы мы прочитали диалог, ну и сказали, что Мартин сделал и почему его мама удивилась. Итак, отвечаем. Martin played a joke on his mother because it was the 1st of April. His mother was very surprised to hear that Martin cleaned the room, watered the flowers, bought some fruit for an apple pie, getting excellent in math. Переведем. Мартин пошутил над своей мамой, потому что было 1 апреля. Его мама была очень удивлена услышать, что Мартин убрал свою комнату, полил цветы, купил фрукты для яблочного пирога и получил отлично по математике. Такие упражнения выполнены. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.